В Братске начался отопительный сезон. Соответствующее постановление подписала глава администрации Елена Гольцварт. В сообщении, которое распространила пресс-служба администрации, отмечается, что решение о подключении к теплу обусловлено устойчивым снижением среднесуточных температур. Кроме того, метеопрогноз обещает и дальнейшее похолодание. Конец цитаты. Традиционно батареи горячими станут сначала в школах, больницах, детских садах и других учреждениях соцсферы. И только потом начнется подключение жилых домов к теплоисточникам. Все работы по подключению к теплу должны завершиться до 17 сентября. Что касается городских бассейнов, они начинают готовиться к открытию вместе с подачей горячей воды, то бассейн в спорткомплексе «Солнечный» может открыться для любителей поплавать уже на следующей неделе. Сейчас там идет подготовка к заполнению чаши. Об этом телекомпании «Город» сообщили в дирекции спортсооружений. Бассейны в спорткомплексах «Таежный» и «Олимпия» начнут работать не раньше 1 октября.